Привет всем! Здравствуйте, дети! Как ваши дела? Мы снова на ФФХ, снова четверг, 21.00, и у нас очередной стрим. Красим миниатюры и общаемся обо всем. Ну что, кто там нас смотрит? Пишите, как меня слышно, как меня видно, и как ваши дела? А там уже и начнем, пожалуй. Народ сейчас накопится. Мы посмотрим, как оно все, и начнем. Сегодня у меня много чего крутого для вас. Ну и, конечно же, разного рода разговоры и беседы о всяком странном. Пишите в чат, если вопросы задавайте, если музыка громко, пишите. Говорите, что не годится, ничего не слышно и все такое. И я тут уже все подкручу, починю или что-то вроде этого. Вот, потому что сегодня, на самом деле, почти целый час настраивал эту ерунду. Чё-то, блин, не хотел компьютер работать толком, но как-то справился в любом случае. Вот, даже самостоятельно, можно сказать. Так что вот, ну, вижу, что народ собирается. Самый интересный стрим канала, пишет Пейнтрак. Ну как же, кому интересно, а кому и не очень. Вот, потому что есть же людишки, которым компьютерные игры-то подавай. Музыку чуть тише. Сейчас сделаем. Она вообще уже на минимуме. Вот так вот. Я не знаю, как получается. Мне музыку не слышно совсем, потому что мы не включаем внешние источники звука, чтобы не мешало нам тут все. Так что сориентируйте меня, а там уже и решим. Ну, давайте сначала сразу там буквально пару слов о том, что у нас сегодня будет. Сегодня мой обещанный стрим про... Да хорош бубнить, ну что вы сели тут у меня над ухом и бубните? Это у меня тут Василий, это у меня тут Хрюня. Они решили побубнить. Ну давайте я их покажу, чтобы не соврать. Нельзя, я же тут это сам. Саня сидит, вот Василий. Они бубнят тут у меня над ухом. Благо клуб пустой сегодня. Никто не пришел, никто не кидает кубики, не мешает нам. Так что весело. Вот, так вот, на чем я остановился, пока не стал тут всех ругать. Сегодня у нас обещанный стрим про Terrain. Я буду показывать вам покраску элемента Terrain и еще что-нибудь интересное. И вдобавок ко всему, мы будем общаться. Сегодня у нас секретная тема. Это магазины Warhammer'а. И всего-всего остального, где продают краски солдатиков и всякое про Warhammer. Соответственно, мы обсудим, как в них торгуют, хорошо ли, плохо ли, дорого ли там все, где лучше покупать, в интернетах или еще где-то. Вот, поэтому пишите, если у вас есть какие-то мысли по этому поводу или есть чем поделиться. С помощью какого источника вы нажили свои безбрежные состояния солдатиков, что все шкафы и антресоли забиты коробками, то тоже пишите, рассказывайте. Ну, я поделюсь с вами своими крутыми историями, как я работал в магазине солдатиков, чего там продавал, сколько они на самом деле стоили, какие скидки у продавцов в магазине, ну и всякое такое. Если интересно, задавайте вопросы. Вот, ребята, здорово. Привет, привет, Слава. Привет, Женя. Привет, Иван. Иван пишет, что интернет нестабилен. Ну, не знаю, давайте. Вот, Пендрак пишет сразу. Скай бы пригласил в эфир. Скай отказался. Сказал, что нет, не пойду. Я работал. Стесняюсь, говорит. И вообще не хочу. Пусть мои, говорит, секретики останутся при мне. И продавцов не разрешил. Вот, вот кричит Василий, что он тоже работал и может тоже выдать секретиков. Ну, посмотрим. Когда мои секретики кончатся, мы его подключим. Не переживайте. Так что Ская затащить не удалось. Да вообще никого на самом деле затащить не удалось. Все очень стесняются этой, так сказать, позорной страницы своей жизни, как работа в магазине солдатиков. Это как работа в магазине комиксов, только в магазине солдатиков. Что может быть хуже? Так что как-то так. Либо ты продаешь комиксы, либо ты продаешь солдатиков, либо ты продаешь анимешные куколки. Путь, так сказать, в никуда. Ну, в любом случае, если кто-то из наших зрителей тоже имел такой опыт, было бы очень интересно узнать. Ну, вообще, пишите, есть ли в вашем городе магазин по Вархаммеру, большой ли там ассортимент, вовремя ли привозят новиночки и всякое такое. Вот, ну давайте, пока народ собирается, опять же, тему я озвучил.
потом повторю. Давайте немножко про покрас. Сегодня мы будем красить. Опа! Вот такой вот кусок террейна. Это мертвый имперский рыцарь. Вот так мертвый. Видимо, поломатый. Поломатый. Сломался и упал на холм. Вот. Пока он вот в таком вот у меня состоянии базовом, вы этот кусочек элемент террейна могли видеть в наших репортах некоторых на канале. Вот он уже задут в базовые цвета. Красный у рыцаря, подставка, песок желтый. Вот. Сегодня хочу над ним поработать, немножко привести его в порядок, подкрасить и показать вам пару интересных техник, которые вообще связаны с покраской террейна. Ну и вообще, да, в добавление к этому побеседуем еще и о террейне, потому что кто играет в Warhammer, знает, что это очень важная часть хобби, что без террейна-то никак нельзя, и если его мало или он плох, то игра неинтересная. Вот. Так что вот где, говорит Слава, он сломался? Да где сломался? Кончился, наверное, у него горючее, и он сел вот так вот и завалил его песочком. А может быть, пилот умер, и некому такого героя вести к победе. Не нашли. Сидит вот где-то заваленный песком. Странно хотя. Богатство-то огромное, рыцарь целый. Я думаю, сразу бы вывезли с поля боя. Но мы вот решили. Вот. Так что так. Неужто обещанный стрим про террейн? Ну да, я же обещал, что будет стрим, будем красить террейн. Так что вот, такой вот у нас сегодня рыцарь. И еще у меня есть один элемент, достаточно необычный. Сейчас мы рыцаря передвинем. Это вот такой вот профконтейнер. Даже не знаю, как его назвать. Вот такой вот контейнер из эпоксидной смолы. В нем возят какие-то важные грузы. Так, сейчас я попробую. Вот, свет выключу, и будет он получше виден, более четко. Вот, в нем возят важные всякие грузы, наверное. Это тоже один из элементов террейна. Он размером у нас с танк Рина примерно. Если взять таких несколько, можно сделать неплохие, в общем-то, элементы. У меня их есть много. В свое время я их заказывал, мне их делали на заказ, отливали. Потом за основу вот этого контейнера взят элемент террейна из настольной игры с солдатиками или варгейма. AT-43 была такая французская система про каких-то там обезьян в космосе и прочее. Ну, она как не взлетела совсем, а вот контейнер из нее остался, как-то пригодился, в итоге сделали таких вот много-много. И я тоже попробую сегодня покрасить и рассказать вам какие-нибудь интересные штуки именно о покраске вот таких вот элементов, быстрых и простых. Вот, пока возвращаем рыцаря, включаем свет, потому что ему-то как раз нужен свет. Вот, и посмотрим, что будет. Так, рыцарь приуныл. Да приуныл, конечно. Сидеть в песке-то нехорошее дело. Вот, ну давайте, напишите еще как звук, чтобы я что-нибудь подкручивал, а потом уже и приступим. Потому что террейн надо доделывать, надо им заниматься, поэтому сегодня и займусь. Вот, что у меня сегодня из красок вообще интересных, что бы я вам хотел показать. Так, сейчас найдем еще пару банок в моих завалах.